Каждый год в Ломоносовской ассамблее учащиеся Одинцовской гимназии номер 4 готовятся со всей ответственностью. Именно на этом мероприятии ребята торжественно награждают дипломами и грамотами за их успехи. Цель мероприятия стоит в том, что дети очень ждут и готовятся. И хочется это провести очень торжественно и каждому пожать руку, потому что это те, кто нас прославляет, как великие в большую гимназию. Около 200 человек в этом году получили заветные награды. Это победители и призеры всероссийских олимпиад, различных спортивных и творческих конкурсов, а также отличившиеся ученики. Награждение проходит в 3 этапа. Вначале поздравляют самых юных победителей, начальную школу, а дальше уже среднюю и старшеклассников. Эмилия Ракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».